Всем привет! Я очень рада вас приветствовать на нашем канале. 40-градусную жару, чем же мне, конечно, заниматься? Я, конечно, снимаю для вас видео, а Маша сидит под кондиционером, и ей, поверьте, гораздо лучше, чем мне. Но обещала я вам снять распаковочку очередного тубусика. Хотим убедиться, что в этих тубусах не одно и то же, а хотелось бы разное. Мы получили два тубуса, и там был лежачок и коляска. Лежачок и коляска, только разных цветов. Поэтому сегодня мы с вами распаковываем другой, третий. У нас еще есть тубусы. Будем с вами экспериментировать и узнавать, что же там лежит еще. Будем надеяться, что это не будет точно лежачок и колясочка. Поэтому с вами, как всегда, начинаем взвешивание. Открываем наши весы. И очень интересно, не будем ли мы с вами разочарованы. Первый шарик. Сейчас мы его. Так, где? Ой! 98-74. Убежала наша детка. Нету тут такой подставочки, поэтому он крутится как хочет. Так. Так, 98-73, вес шарика. Этот мы убираем в стороночку. Распакуем и будем узнавать, что же там интересненького в этом шарике. Так, облако надежд. Ну, поможет, я надеюсь. Так, интересно, что же там попадется. Я очень надеюсь, что это не колясочка. Ну, помните, я говорила, колясочка трусится, очень слышно запчасти. Здесь два шарика, я уже протрусила, там ничего не слышно, плотненько все лежит. И буду надеяться, что это кроватка и комодик. Еще есть кроватка и комодик. Так, так, у нас, я так понимаю, что-то желтенькое здесь. Так, вот это наши ножнички, у них тут такой плотный. Сейчас, а нет, в принципе, разорвали мы нормально. Так, тут будет девочка. У нее есть такой на голову бантик. Ой, это что-то новенькое. Это, наверное, будет комодик. Ну, наверное, да. Комодик, точно, это будет комодик. Такое красивое одеялко, оно мягенькое, велюровое. И облачко такой приятный достаточно материал вообще. Эта серия нас покорила, влюбила, поэтому, видите, в тубусах все-таки не только коляска и лежачок, но и есть полная версия. А, это малышек. Малышек, кстати, очень похож на малышек. Я вам сейчас покажу из лежачка. Вот они одинаковые, этой серии. Они такие прям одинаковые. У нас будет желтенький лежачок и комодик. Прелесть, такая малышня. Так, ей одеваем бантик сразу. Дюк, дюк. Такая чудо-чада. Так, ну и пеленаем. Оп, что же ей тут? Галька лежать. Ну, правда, в такую жару можно и галька полежать. Так, ждешь своего. Или это кроватка? Не, наверное, это кроватка. А может, или лежачок? Не лежачок, а этот комодик. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Этого мы еще рисовали. А что же это у нас такое? Что же это у нас такое? Это, наверное, все-таки комодик. Я так думаю, Да, это комодик, пеленальный комодик. Сейчас я вам покажу. Значит, есть как его собирать вверх ногами. Вот так это все собирается, красота. Значит, что у нас там? У нас есть, значит, документ. Документ для нее. И вся серия, вы помните, это красота. Нереально. Значит, у нас есть розовая колясочка, желтый лежачок и зелененькая такая колясочка. Ну, такая даже бирюзовая, я бы сказала, колясочка. Вот такой, то, что у нас есть. Теперь еще желтенький комодик. Сейчас я вам его соберу и все продемонстрирую. Ну что, я собрала. В принципе, справилась я легко, быстро. Очень все ясно и понятно. Вот так у нас красивый получился столик пеленальный. Теперь мы на него выкладываем матрасик. Так он тут вставляется, типа. Класс. Класс.
и кладем нашу красотусю. Вот такая у нас получилась с вами композиция прекрасная. Она такая она холёсенькая, такая она сладенькая, такая прям прелесть, прелестная такая. Этот бантик желтый, очень яркий, солнечный такой цвет. Класс! Вот теперь у нас такая с вами получилась красота. Будем собирать с вами полностью комнату. Значит, у нас, напоминаю, у нас есть лежачок желтенький. Ну, надо положить ребенка правильно. Кто тут? Машек, наверное, уже игралась немножко. Вот такие у нас уже два элемента из желтой комнаты есть. Теперь нам надо еще коляска и кроватка. Ну, также нам надо еще розовую комнату пополнить и бирюзовую комнату пополнить. Класс! Классно! Открываем. Дальше с вами следующий шарик. Так, взвешиваем следующий шарик. И опять-таки он тихенько, ничего там нигде не шумит. Из наших коп я уже потрусила. Я думаю, что у нас будет еще одна коляска. 86-24. Оно вот прям слышно. Поэтому, ну, я думаю, что мы с вами откроем уже попозже. Сначала пооткрываем с вами вот эти новенькие. А коляску тогда мы еще тогда проверим, будем ли мы правы, что если трусится, тогда точно там колясочка. Можно будет определенно выбрать. Так, открываем с надеждой, что там теперь у нас будет кроватка, да? Лежачок нам точно уже не надо. Колясочка у нас есть, пеленальный столик есть. Теперь нам нужна кроватка. Вот интересно, как они в эти колбы раскладывают. Так, а ну давай, не вредничай, открывайся. Эти шарики. Так. Ну, в принципе, колбы надо брать, потому что, ну, в принципе, дешевле намного и можно все угадать. Так, что? Я уже вот прям переживаю, что же тут у нас лежит. Что же тут у нас лежит? А, кроватка! Точно! Вау! Все, это кроватка. Вот видите, получилось в одной колбе лежачок коляска, в другой колбе столик и кроватка. В принципе, они раскладывают очень правильно. Так, вот так мы будем с вами собирать. Давайте посмотрим на нашу красоту, что у нас тут будет. Это бирюзовый. У нас есть колясочка бирюзовая и бирюзовая уже кроватка. Будем с вами точно собирать комнатками. Ой, так, значит, у нас вот такой матрасик, подушечка для малышей, чепчик, так, тут больше ничего, и памперс. Так, тут ничего, и тут у нас малышка, 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 вот так. Какая славненькая, холосая такая. Она, кстати, тоже похожа на из желтых. Так, одеваем ей чепчик. И одеваем ей памперс. В такую жару, конечно, можно не одеваться, а просто голяка. Главное одевать труселя. Такая красота у нас получилась. Так, лежи пока на матрасе. А мы тебе соберем кровать. Собственно, тут кровать собирать, я думаю, что легко. Нет, сначала бортики. Бортики, бортики. Это, в принципе, легко собирать, поэтому соберем, наверное, с вами вместе. Надеюсь, у меня не будет сложностей. Я еще тут собиратель. Так, я думаю, что... Ага, просто дно вставляется. Красота, все быстренько и четенько. Вообще, оп-оп-оп. И мы с вами кроватку вместе собрали. Так, кладем туда матрасик. Класс. И кладем нашу красоту. Вот такая у нас получилась прелесть. Колясочка у нас катается. Такая милость, милая. Так, а что я не поняла? Где-то я видела недавно, у кого-то будет еще в наборе. Ага, у желтенькой, видите, есть в наборе мишка. Вам видно? Мишка. У зелененькой нету мишки просто. Просто. Только у желтой будет мишка. Класс, прелесть. А,
общем, лепота лепотушная. Вот такие у нас сегодня с вами распаковочки, поэтому прям класс. Я думаю, что посмотрим, что мы дособираем с вами. Так, у нас еще раз, два, три, еще три колбы. Три точно есть. Это у нас с вами еще три будут выпуска, поэтому обязательно подписывайтесь, не пропускайте наши выпуски. Будем с вами распаковывать, посмотрим, что мы с вами добудем еще в этих шести шариках. Удастся ли нам дособирать еще комнатки, потому что получилось у нас... тут у меня рядышком бирюзовая колясочка. Так, вот такая у нас получилась прелесть. Такой наборчик. И где-то тут, где-то тут. Желтенькая. Вот такая. Так, очистим тут красоту всю нашу. Вот такой у нас с вами получился набор. Так, а ну давай, друг дорогой мой или подруга, ложись. Это немножко неудобно вылазят эти штучки. Могли бы что-то приличнее придумать. Ну ладно. Так, вот такая красота. Вот так у нас с вами получился набор. Не хватает где-то розовой колясочки. Поищем, где-то Маша ее уже забрала. А так просто великолепно. Так, покажу вам поближе наших крошек. Это просто прелесть. Такие очаровательные эти шарики. Мы просто в полном восторге. Напоминаю, что мы их брали на Амазоне. Охотиться за ними надо. Два шарика в колбе брать гораздо дешевле, чем один шарик. И здесь можно собрать абсолютно всю коллекцию. Так, теперь, ну да, у нас получилась розовая колясочка где-то. Еще нам надо, короче, дособирать розовую комнатку, бирюзовую и желтую. Собственно, нам желтой надо еще что? Коляска и кроватка. Здесь в зеленое нам надо столик и лежачок, а в розовой нам надо еще три, собственно говоря. Ну, будем надеяться, что мы что-нибудь с вами соберем полностью в комнатку. Поэтому обязательно подписываемся, не пропускаем следующие выпуски. И обязательно заглядывайте к нам в Инстаграм. У нас ссылочка есть к нашей страничке на YouTube. И я с вами прощаюсь уже. До новых встреч. Совсем-совсем скоро. Всем пока. И от Маши вам пламенный привет из-под кондиционера в 40-градусную жару. Обязательно поддержите нас пальчиком вверх. Я сработала именно в 40-градусную жару. Пошла я пить водичечку. А с вами прощаюсь. До новых встреч.